20 карт по кругу и одна ядро. С нее-то и начнется гадание Таро. Мороз по коже. Да, странноватая колода. Где ты их откопала? Есть негласное правило – чужие карты не брать. Да плевать. Ну, кто рискнет? Кодекс Таро известен народу. Есть кто? Не вздумай взять в руки чужую колоду. Какого? Отшельник. Ильмак. Верховная жрица. Коль твой век завершится. Следующий. Таро. Карта смерти. Скоро в кино.